Привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Рада вас приветствовать и видеть у себя всегда на канале. Мои любимые девочки-подписчицы, которые у меня в группе, с которыми мы дружим, общаемся. Спасибо моим всем одноклассникам, кто у меня в одноклассниках, друзьях. Девочки очень много делятся моими видео в соцсетях. Большое спасибо. ВКонтакте иногда делятся девчонки. Повторю еще раз, что у меня есть группа ВКонтакте. Я считаю, уже большая, огромная. Растем. В Инстаграме у меня позывные такие же. Мила Бали в Инстаграме и ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Можете в директ писать в Инстаграме. Может быть, какие-то вопросы вас интересуют. Или предложения. Возможно, кто-то из Донецка что-то хочет у меня приобрести. Или заказать, может быть, рекламу какую-нибудь хотят, потому как секонд-хенд обратились, и как-то не сразу пришло сообщение, и мы потерялись. Вот можно в директ писать или в личку ВКонтакте, пожалуйста. Обращайтесь, возможно, у нас получится поработать вместе. Тут просится моя подружка, и помощница. Залезла на стул и толкает меня лапой. Привет всем! Подписывайтесь, ставьте лайки своими лапками. Вот, и что я хочу вам показать. Я хочу сегодня, у меня возникла идея, идет 8 марта, я хочу, в общем-то, в первую очередь сама себе подарочек сделать такой приятненький. Ну и показать, может быть, кто-то захочет, опять же, повторить за мной или заказать у меня материалы еще есть. Я вам сейчас покажу эту кучку материалов, потом покажу, что я из этого начинаю делать, ну и в конце, надеюсь, получится то, что я задумала. Все, приступаем, смотрим, что я делаю. Надеюсь, все хорошо видно, и я показываю. Смотрите, у меня есть двунитка, у нас это называется тик, это делают для наперники для подушек из этой ткани. Вот, у меня есть кусочек такой ткани, у меня есть куча, видите, всевозможных кружев разного оттенка, потому как тик кремоватый, а это все, ну тут освещение, конечно, наверное, искажает чуть-чуть оттенок. Но вот есть кремоватые, есть более белые такие, есть уже достаточно винтажные у меня кружева, есть из более новых таких вот, есть, посмотрите, шитье разного рисунка, совершенно разного. Сейчас я покажу. Ну, то есть можно будет вырезать всякие такие. Вот еще лента кружева. И вот, видите, я ничего не выбрасываю. Все это можно будет вырезать. Эти вот такие мелкие, более нежные. Все это я буду вырезать, собирать. И есть вот такое кружево. Возможно, оно мне пригодится. Вот еще вот такое. Оно еще не белое, не белоснежное, оно уже не такое кремовое. Все это я хочу соединить в одну интересную идею. Тут уже все готово. И синтепон еще мне пригодится, тонкий. Ну и, в общем-то, сейчас я соберу и покажу заготовку. И буду потихоньку рассказывать, что это будет. Я установила так камеру, что она... Вот так вот, наверное. Сейчас я покажу. О, отлично. Я сейчас покажу, что я из этого соберу и что я буду делать дальше, расскажу. Итак, я уже собрала все и буду показывать по очереди. Значит, что я уже сделала. Смотрите. Да, забыла, что у меня еще есть вот такое кружево. Видите, я его нашла и собрала. Это у меня такой сэндвич, показываю. Вот кружево. Кружево это декоративное. Это не для одежды, это декоративное. Его используют для упаковки подарков и цветов. Это идет кусок атласной ткани. Это синтепон тонкий. Я не знаю его параметры. У меня какие есть кусочки, такие есть. Это тик. Я все это сколола. Показываю. Смотрите, что у меня получилось. Вот так, да? Так, это один лист. Показываю следующий лист. Так как они у меня идут по порядку, чтобы не запутаться, вот так я их и буду показывать. Это следующий лист. Я все сколола. Сейчас я все это буду прошивать. Так, это я думаю... Да, точно, это отпало отсюда.
Это отпало отсюда. Все это будет сейчас, я еще обдумаю, как я это буду прошивать. И когда я прошью, видите, обратная сторона. И когда я прошью все это, простите, я покажу, как еще не в сборке, а именно, как я это прошила, закрепила и что для чего происходит. Смотрите, какая красота. Я все это вырезала. Все эти кусочки скалывала. Очень экономно, чтобы не растерять. Вот еще откуда-то отпал. То есть выскакивают они. Ну, я все это на место поставлю, это не страшно. И вот еще один четвертый лист моих заготовок. Что это будет в последующем, мы увидим. А сейчас я пошла, ой, укололась, скреплять все эти украшалочки к этим кусочкам ткани. Я их соединю и покажу. Чтобы не затягивать видео, я оставлю за кадром, как я все это пришивала. Это все несложно. Закрепила я все свои кружева, которые планировала закрепить. Показываю. Сейчас покажу поближе. Смотрите, в некоторых местах я прокладывала, надеюсь, видно, дважды строчку, чтобы прихватить и кружева, и цветочки. Вот тут, чтобы не очень телепались, тоже двойной. Ну и так, чтобы оставался свободный краешек. Ну и когда все скрепила, на одну сторону перенесла иголки, чтобы захватывать и лицевую, и обратную сторону. Ну уже потом пришивала. Ну и последняя внешняя часть. Сейчас я делаю сборку и показываю вам окончательный вариант. Ну вот я показываю, чтобы было удобно на камеру, что у меня получилось. Посмотрите. Здесь можно хранить фотографии. Посмотрите, как красиво. Можно какие-то хранить открыточки, подаренные вам. Засушенные цветочки, записочки. Очень красиво смотрятся черно-белые фотографии. Можно даже, видите, посмотрите, какая красота получилась. Я сама не ожидала. Такой девичий-девичий альбом для фотографий. И очень пригодились вот эти кружочки кружевные. Я очень довольна и очень горжусь тем, что у меня получился такой красивый альбомчик. Поэтому дончане, кто находится очень близко с Донецком, можете заказать у меня такой интересный альбом. У меня еще есть некоторые идеи по поводу таких альбомов. Но я не буду их озвучивать в эфире. Посмотрите, какую я сделала закладочку, тоже кружевцами кончик оформила. Вот такой альбомчик. Если кто-то захочет приобрести его, у вас еще есть шанс получить такой альбом. Или я решу оставить его все-таки себе. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в гости ко мне на канал, ко мне в группу ВКонтакте, в Инстаграме. Пишите сообщения, пишите комментарии. Заходите к нам в группу WhatsApp. Мы всем очень рады.
Всех люблю, целую. Всем пока.